Доброе утро, друзья мои. Сегодня, как обещал, доброе утро, друзья мои, еще раз. Сегодня, как обещал, покажу, как я кашу траву ручной косой. А вот погода прекрасная, роса сейчас вот. На траве легла роса за ночь. Солнце еще не посушило. Вот, конечно, уже не такое раннее, но благодать, тише, благодать. Техника, в общем, несложная. Главное не торопиться. Нажимаем на пяточку, как меня учили, чтобы нос у нас не вошел в траву. И не торопясь, начинаем с уголка. Так вот. Не надо махать, как сабли. Здесь, конечно, размах у меня деревья кругом одни. Особого размаха нет. Тихонечко. Видите, ложитесь как травка. Нажимаем на пяточку. Ну и протаскиваем, конечно. Усилить надо прилагать. Травка ложится. И под себя прокашиваем, протаскиваем до конца. Видите, какая трава. Конечно, если раньше, когда скотину косили, то рано еще в июле начинали косить. Но огорода нам не уже лишняя. И скотины у меня нет. Видишь, по второму разу начинает окашивать. Еще вот первый здесь недокошен. Значит, все вручную выкашиваем. И все поля стояли, и леса чистые. Сейчас всех тримера, и все кругом заросло. Скотину не держит, невыгодно. Почему-то стало. Вот я так, тихонечку. Видите, как красиво ложится уголочек. Кустик уже кружовник. Надо посторожнее быть. Вот видите, какой волосик травы получился. Потом обязательно косу травушкой натираем, чтобы вот этого ничего не было. Перед тем, как потащить или закончить работу, все осторожненько так. Коса была чистая. Это обязательно. Сейчас покажу, как точу я. Там, конечно, в фильмах все посмотришь, они вот стоек точат. Я же так, да, я точу на земле. За это место придерживаю, за косовище, чтобы никто не всполз. И просто брусочек у него обломанный, конечно, но он нулевой практически, гладкий-гладкий. В магазине купил, там сильно зерно крупное, он много стачивает. Коса отбитая. Начинаем сверху, с этой стороны. Прошел разок, и уже с этой. Один раз с этой, другой с этой. И за главный заканчиваем, вот так, так, и вот с этой стороны, с нижней заканчиваем. И все, много не надо, коса отбита сейчас. И уже дальше опять тем же, тихонечко. Коса, когда коса отбита, она сама идет. Красота, никому не мешаешь. Желание, ребят, научиться можно. Не сразу, конечно, выйдет. Ну, потихоньку. Жизни пригодится. Может пригодиться. Ну, все, опять косу вытираем. Спасибо вам за просмотр.
сейчас даже покажу, пока тишина. До новых встреч.